Чё творим, бро? Меня зовут Серкионис. И, бро, сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь, бати, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Банда — это срочное включение. Аниматроник, солнце и луна сбежал. В прошлом видео я смог его поймать и даже снять с него маску. У меня все еще не укладывается в голове, что у него было под маской. Это полная жесть, Суприм Банда. Но теперь он куда-то сбежал, а я очнулся в ванной полностью избитым и привязанным цепью к батарее. Мы должны по скрытым камерам посмотреть, что происходило ночью, пока я спал. И куда делся этот аниматроник? Теперь же, Банда, мы точно должны на него сделать куклу Вуду. Так что, Банда, давайте 20 тысяч лайков на этом видео, и я делаю на него куклу Вуду и уничтожаю его навсегда. Так что все в ваших руках. Скорее ставь лайк и смотри в описании, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, Банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных аниматроников. Так что, бандит, скорее смотри в описании, ставь лайк, а мы тем временем смотрим, что происходило на скрытых камерах. Погнали! Господи, Банда, вы только посмотрите на это! Здесь сидел аниматроник Солнце и Луна! Но теперь его нет, он просто сбежал, оставил только здесь разорванный скотч, которым он был примотанным. Это жесть, Банда, я в шоке! Но еще вместе с собой он прихватил часы призыва! Я оставил их в прошлый раз здесь на столе, но больше их нету, получается, он их украл! Думаю, Банда, вы знаете, про какие часы я рассказываю! В прошлом видео я их показывал, с помощью этих часов я мог призвать этого аниматроника к себе домой. Но еще с помощью этих часов я мог отслеживать его передвижения. И теперь, Банда, нужно срочно найти эти часы этого аниматроника, пока он кому-то не навредил из моих соседей. Кто знает, где он вообще сейчас лазит. Именно поэтому давайте быстрее посмотрим скрытые камеры. Окей, Банда, давайте посмотрим, что же происходило сегодня ночью, пока я спал, и откуда у меня эти синяки. Просто посмотрите, вот этот аниматроник сидит без сознания. Я связал его в прошлый раз в себя в спальне. Посмотрите, он очнулся. Это жесть, Банда, я в шоке. Он реально пришел в себя, и гляньте, он просто вырвался, Банда. Что за жесть? И посмотрите, вот он забирает те часы, о которых я вам рассказывал. Это просто жесть, Банда. И дальше он выходит в эту комнату, где сплю я. Я специально лег спать в этой комнате, чтобы не лежать в одной комнате с этим аниматроником. И просто посмотрите, он выходит и видит меня, это жесть! Неужели это он меня избил, Банда? Просто посмотрите, что он делает, он прислушивается, я реально сплю! Это жесть, Банда, я в шоке с этого аниматроника! О, господи, он посмотри на это! Он просто радуется, что я сплю, Банда, вы видите? Он полностью сумасшедший, я вам говорил, он реально ненормальный! И что он дальше делает? О, черт, Банда, просто посмотрите, что он собирается со мной делать. Он просто берет меня, вы видите эту жесть? Он меня утаскивает в ванну, именно там меня и нашла Настя. Просто посмотрите, он реально меня тащит в ванную. Я уверена более чем 100%, что это он меня избил. Именно из-за него у меня эти синяки. Он очень сильный, Банда. Я огромных размеров. Он меня просто так тащит. И посмотри, он уже притащил меня в ванную. Ты видишь? Это жесть, Суприм Банда! Именно здесь он привяжет меня цепью к этой сушилке! Посмотрите, какой он страшный! Это просто ужас, Суприм Банда! Что он собирается дальше делать? Он роется в тумбочке! Что за бред, что он ищет? Неужели именно так он нашел цепь? Просто посмотрите, Банда! Это реально цепь, ты видишь? О, господи, да! Это просто ужас! Он меня привяжет сейчас к сушилке! Просто смотрите на это!
Эту жизнь, банда, я в шоке, я все это время просто сплю. Я не знаю, как я не смог проснуться. Я в шоке, банда, просто посмотрите, у меня прям начинает болеть голова от всего этого. Я в шоке, просто гляньте, как он меня обматывает. И сейчас он берет и привязывает меня, это жесть, банда. Он просто какой-то маньяк, вы видите это? Я в шоке, мы 100% должны сделать на него куклу Буду и уничтожить его, чтобы он точно больше никому не навредил. И что он делает дальше? Посмотри, он взял биту! Это жесть, неужели он избил меня битой, Суприм Банда? Просто посмотрите на эту жесть! О, господи, глянь, он замахивается! Это жесть, черт! Я просто в шоке, он избивает меня битой, банда, прям голова начинает болеть! Он просто выбросил биту и куда-то уходит, вы видите? Что он собирается взять на кухне? Что ему здесь нужно? Неужели он решил перекусить? Что за бред, Суприм Банда? Он взял нож, посмотри! Господи! Это жесть, банда, неужели он хотел меня убить? Просто посмотрите, он замахивается! И в этот момент, похоже, пришла ты, он испугался! О, посмотрите, вот Настя! А он так боится и просто убегает, вы видите эту жесть, банда? Он просто спрятался, но его там нету, где он? И тут Настя меня заметила, просто посмотрите! Она быстро меня развязала и привела в сознание! О, черт, банда, ну куда же делся аниматроник, где он? Я просто в шоке! Посмотрите, вот я очнулся, не понимаю, что происходит! У меня просто болело все тело! Неужели за это время, пока мы были в ванной, аниматроник успел сбежать? Что за бред? Посмотрите, вот Настя меня отводит в спальню, там я сейчас замечу, что аниматроника нету на месте! И вот, банда, посмотрите, я так сильно испугался, куда он мог деться? Я не верил своим глазам, что он реально сбежал, а он в это время реально сбежал с квартиры, посмотрите! О, черт, входная дверь закрыта! Он не смог ее открыть! Погодите, банда! Неужели? О, черт! Получается, банда, он все еще где-то в нашей квартире! Мы обсмотрели почти все комнаты! Остались только эти две! Возможно, он в одной из этих комнат! Я тоже так думаю, нужно их обсмотреть, Настя! Это жесть, банда, я просто в шоке! Он все еще в квартире! Посмотрите, именно в этой ванной он меня и держал! Здесь все еще висит этот цепь! Я в шоке, как он вообще меня не убил, банда! Тем не менее, теперь нужно его остановить, пока он не сбежал! Иначе он убьет кого-то из моих соседей! Надеюсь, вы готовы к встрече с этим аниматроником! И я никого не вижу, здесь никого нету! Посмотрите! Это же бита и нож, которым он хотел меня убить, банда! О нет, это же мои вещи, господи, моя расческа! Это жесть, Настя! Его нету в этой комнате, осталась только одна. Давайте же его проверим и поймаем его наконец-то. Господи, банда, надеюсь, вы готовы. Мне так страшно, аккуратно. О, черт, не подходи ко мне. О, черт, о, господи, отстань от меня, аниматроник сумасшедший. О, черт, пусти меня. А, черт, о, господи, о, отстань от меня, сумасшедший аниматроник. О, черт, о, господи, не подходи ко мне. А, отстань! Отпусти! Отпусти меня! Чёртова аниматроник! Господи! Отпусти меня, чёрт! Настя! Быстрее сюда! Настя, на помощь! Настя, на! Получай! Чёртова аниматроник! На! О, Господи, с тобой! На! Всё! Получай аниматроник! Лучше! Посмотри! На! На! Ещё на! О, Господи! О, Господи, Серёжа, ты цел? Да, всё в порядке! Это жесть! Откуда ты знал, что нужно облить его водой? В прошлый раз, когда я его призвал, он чуть меня не убил. Я схватил стакан с водой и просто на него вылил. Его замкнул, и он отключился на целую ночь. Думаю, что теплого душа хватит надолго. Тем не менее, банда, это наш шанс его разрезать. Мы сможем узнать, что же находится у него внутри, прямо внутри его живота. Но банда, он все еще не умер, он просто в отключке. Мы обязаны будем сделать на него куклу Вуду. Тем не менее, для того, чтобы его разрезать, нужно отнести его к столу, там будет намного легче. Потому что в душе
уже слишком мало места. Господи, банда, мне просто не верится, что мы смогли поймать этого аниматроника Солнце и Луна. Посмотрите на него, он прямо сейчас лежит на моем столе. Я до последнего не верил, что мы сможем его разрезать. Тем не менее, вы видели, как я его побил? Это за то, что он сделал со мной. Я должен был ему отомстить. Этот аниматроник самый ужасный, которого я только знаю. Тем не менее, банда, пришло время уже его разрезать. Надеюсь, вы готовы. Я взял свой любимый нож. И прямо сейчас я разрежу этого аниматроника. Просто посмотрите. О, ты видишь? Господи. Я просто режу его, банда. Это жесть. О, черт, я в шоке. Давай заглянем, посмотрим, что там в нем лежит. Просто посмотри, здесь какой-то кристалл. Ты видишь? Это жесть, банда! Возможно, этот кристалл его питает, он дает ему силы! Давайте что-то достанем с него! Ну что там, что-то есть? Я что-то нащупал, я что-то чувствую, посмотри! О, господи, что это такое, ты видишь? Да. Почему здесь две разные жидкости, какая-то прозрачная и белая? А что если это его ДНК? Это типа его кровь, банда, нам это понадобится для куклы Вуду! Давай его выльем в стакан и посмотрим, что это такое! Я никогда такого раньше не видел, банда, просто посмотри. О, ты видишь? Оно почернело. Я просто в шоке, банда, оно реально стало черным, как только я его перевернул. Что это за бред? Тем не менее, быстрее нужно это вылить. Просто посмотри. Это жесть, банда. Это 100% его кровь. Нужно ее оставить для куклы Вуду. Я просто в шоке со всего этого. Вы видите эту жесть? Просто посмотри, что там. Оно так странно выглядит, ты видишь? Это жесть, банда, я никогда такого раньше не видел. Похоже, это какая-то специальная кровь, которая находится внутри аниматроников. Тем не менее, банда, давайте продолжим из него доставать, потому что он скоро придет в сознание. Что-то мягкое, что это такое? Посмотри, какая-то бумажка. Ты видишь эту жесть? И глянь, с нее капает какая-то синяя жидкость. Это жесть, банда, давайте откроем эту бумажку и посмотрим, что здесь написано. О, черт, главное ее не порвать, потому что она очень мокрая, но что это за жидкость, ты видишь? Да. Похоже на какой-то симбиотик, я не знаю, что это за жесть. Посмотрите, банда, здесь просто что-то вырезано. Мне кажется, что это какие-то символы. Что-то зашифрованное написано, нужно взять переводчик и посмотреть, возможно, это язык аниматроников или роботов. Посмотрите, переводчик справился с этим переводом. Это какой-то древний язык урому, я не знаю, что это за язык, но мне кажется, что это какой-то древний язык роботов. Вы не поверите, что означает эта надпись. Она звучит так. Ты не понимаешь нашу боль. Это жесть, банда. То из аниматроников беспокоит какая-то боль. И Солнце и Луна специально оставил скрытое послание в виде этой странной записки, чтобы кто-то разгадал это. Но я пока что не понимаю, что происходит. Возможно, банда, кто-то из вас знает, какая боль может быть у аниматроника Солнце и Луна. Напишите обязательно это в комментариях. Мы должны разгадать эту тайну. Тем не менее, банда, быстрее достаем все остальное. Черт, банда, за что-то схватился, оно очень тяжело достается. О, господи, я пытаюсь. Что просто там? Посмотри. О, это господи. Этот кристалл, посмотри на него, Настя, ты видишь? Чего это себе? Кристалл, банда, неужели этот кристалл дает ему какие-то силы? Думаю, что после этого он вряд ли очнется, но все же, банда. О, черт, еще что-то нащупал. Посмотри. Что это просто платы, такое же самое было в пони-аниматронике, помнишь? Да, я помню. Я думал, что это его сердце, но как оказывается, нет. Просто жесть, банда. Вот чё, что мы еще там такого найдем, глянь. О-о-о. Что это за жесть? Просто какие-то платы, банда, я в шоке. О, черт, какая-то штука, которая меряет давление внутри этого аниматроника. Господи, банда, посмотрите, что это такое, ты видишь? Это рот Чики, ты видишь это? Да. Неужели аниматроник Солнце и Луна убил аниматроника Чику? Просто посмотрите, что это? Он реально его убил, это его рот, он просто его вырвал, ты видишь? Да. Это жесть, Суприм, банда, неужели он реально прикончил Чику. Я в шоке, просто посмотрите на эту жесть. Интересно, что у этих аниматроников лежит в ногах, в руках. Просто посмотрите, какой он жуткий. О, черт, отпусти. О, господи, отпусти меня, сумасшедший. Черт, отстань от меня. О, господи. О, черт, банда, он смешал, посмотрите. Настя, где ты? Настя, с тобой все в порядке? Я испугалась.
испугалась, когда он очнулся и спряталась. О, черт, я в шоке, он сбежал только что с квартиры. Это просто жесть, Ванда, он просто сбежал, вы видели, он на меня набросился. Теперь мы просто обязаны сделать на него куклу Буду и уничтожить его навсегда. Так что, Ванда, все в ваших руках, скорее ставьте лайки. А также, Ванда, под комменты из-под прошлого видео. Просто влезь какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. Ну а, бандит, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, да, опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, брат, ты уже в новом видео. Лайк, колокол, коммент, и ты мое видео, бандит. И помни одно, бандит, оставайся таким же шикарным. Пока!